7:30. Доложить обстановку. Машину повело вправо. У ведомого сильный крен вправо в сторону города. Что с самолетом? Не могу парировать крен и скольжение. Угол пикирования увеличивается. 7:30. Задание прекратить. Роспуск пары. Выход на аэродром по одному. 7:24. Роспуск. Выход на точку самостоятельно. Задание прекратил. Падает давление в гидросистеме. Сильный крен вправо в сторону города. Парировать не могу, теряю высоту. 7:24. Самолет управляем. Самолет не управляем. 7:24. Катапультируйтесь. Катапультируйтесь. Самолет увожу за город. Катапультироваться не буду. Аньку не бросай. Так-так, давай, загоняй скорее, давай. Давай. Давай.
cannot proceed with the mission. I cannot proceed with the mission. I'm under adversary fire. Рад вас видеть. Ну что ж, прошу. Тот же сценарий, что и в Ираке. Удары по военным базам, по мостам, по аэродромам, по промышленным центрам. Война пришла с воздуха. Сербы молодцы. Но, тем не менее, группировка Альянса стремительно растет. Сегодня погиб главнокомандующий ВВС Югославии. А где президент Югославии? Он готов сотрудничать с нами, но Югославии нет. Ее все предали. Главой государства поставлена задача в кратчайшие сроки создать современнейшую систему противовоздушной обороны под названием «Щит Отечества». Балканы преподали хороший урок. Наши выводы об изменении сущности современной войны и вооруженной борьбы полностью подтвердились. ВТК должен форсировать разработку высокоточного оружия со спутниковой системой наведения. Но вы же знаете, что мы работаем. Но без спутника... Спутник будет. Скоро. Не через год, но скоро мы сможем наладить эффективную оборону. Пожалуйста, министр обороны. Оборонный проект «Щит Отечества», который включает в себя несколько чипов на спутнике и наземную сетку координат с привязкой к средствам поражения любой цели, которые гарантирует нам военный институт, является решающим, хотя и не единственным фактором в деле военной безопасности страны. Сам факт существования данной системы – это серьезная гарантия нашей безопасности и довольно сложная головоломка для тех, кто хотел бы разговаривать с нами с позиции силы. Основа для системы стратегического сдерживания – получается достаточно мощная. Но кто будет работать с техникой после запуска? Обслуживать. Готовить специалистов. Сколько нужно таких специалистов? Для обслуживания надо всего лишь 20 специалистов, которых мы передадим Министерству обороны вместе с системой. Программа обучения разрабатывается, и через несколько месяцев мы сможем передать ее в Академию. Другие направления модернизации, как-то... Слушай, а ты чего кота в Академию притащил? Да он у меня вроде талисмана. Хочу на экзамены взять. Труп вам давай. Позволю показателям увеличить эффективность комплекса в целом здорово. До 24%. Привет. А его живучесть в боевых условиях до 40%. Курсант Стрижев, доклад окончил. Есть ли у членов комиссии дополнительные вопросы? Да. Скажите, молодой человек. Заливает. А какую цель вы подразумеваете в качестве противника? При расчетах в качестве модели я использовал М-22П, стандартную мишень. Эйнштейн. А вы не предполагаете, что современная мишень обладает способностью ставить серьезные помехи ПВО противника? В моих расчетах... взяты максимально возможные коэффициенты погрешности. Но намеренные радиопомехи потребуют адекватных дополнений в представленную схему. Возможна установка дополнительных интегральных узлов в качестве грубых и тонких выпрямителей, а также фильтров для выделения частоты. Соответственно, потребуются более четкие данные. Расчет их произвести можно только при наличии точных конкретных характеристик подобных помех. Станислав Нестерович,
Академия не ведет разведывательных действий. И такими данными вооружить дипломника, к сожалению, не может. Товарищи, есть еще вопросы по данной работе? Товарищ майор? Нет. Сергей Анатольевич? Нет. Спасибо, товарищ сержант. Я полагаю, что поднятые вопросы будут способствовать тому, чтобы вы не бросали эту работу. Всем спасибо. Идет. Фу. Что? Yes! Молодец, Леха. Молодец. Профессор. Разбиваю. Ну, давайте. Привет. Кто тут есть? Для тебя немного. Клоун на Феррари. Как насчет заезда? А что, есть ставки? Есть ставки на Феррари. Тогда прими BMW 1817. Ну, удачи. Не бывает чуда. А ты думал, ты здесь один пилот? Почему нарушаем скоростной режим? Да ладно. Молодец, ладно. Братуха. Милитари. Поздравляю офицеров-выпускников со знаменательным событием в их жизни. Желаю вам мужества, воли и воинской доблести. Успехов в нелегком ратном труде нашей любимой Беларуси. Ритуалы прощания с боевым знаменем. Военная Академия Республики Беларусь. Приступить! Борис Игнатьевич, мы с вами знакомы не один день. Да уж. Невероятных усилий стоило вывести вас на такую замечательную исходную позицию. Вы прекрасно представляете свое будущее в случае успеха нашего очень даже не безнадежного дела. Мы должны получить доступ к информации,
которое значительно изменит геополитическую ситуацию в Европе. А заодно и округлит баланс вашего счета. Нельзя ли с этого момента поподробнее? До сих пор хвалёная щедрость не находила подтверждения в выписках с этого волшебного, по вашим словам, счета. Вы слишком широко живете. Нас интересует работа профессора Шафранова в области противовоздушной обороны. А цена этого вопроса? Однако. В случае успеха вы будете желанным гостем в любой стране. Да, в любой стране. Исключая разве что эту. Да, кстати, дочка Шафранова очень симпатичная девушка. И притом не замуж. Девушка, это твоя Марина. Вроде фамилия Шафранова. Да у нее отец, директор какого-то института. Моего обожаемого института. Поможешь мне? Люди, пожалуйста, без меня. Ну как? Средненько. Привет. Ну а как твои экзамены? Если бы меня в вашем возрасте направили в научно-исследовательский институт, лучшего в своей жизни я бы уже не желал. Я просмотрел вашу работу еще раз. Есть рациональное зерно. Я всегда считал, что самые эффективные системы – это самые простые системы. Ну что ж, у вас появился шанс проверить свои расчеты на практике. Все, что происходит в стенах нашего института, совершенно секретно. Вас будут проверять, контролировать, требовать отчеты, контакты. Вы будете ограничены в правах на гражданские свободы. Ну, в качестве компенсации могу предложить вам определенное удовольствие от сознания, что вы будете приносить пользу своей стране. Что скажете? Ну давай, давай, мужики! Не волнуйся, наука, спокойно. Давай, пошла, пошла! Опа! Есть! Поиск цели. Поиск произвел, цель не обнаружена. Есть цель в секторе РПМ. Все по-второму. Очень низко идет. Цель не в зоне действия. Отставить пуск. Мы ее ведем. Отставить пуск. Отставить запуск. Отставить запуск. Почему не сбивал? Ракета была не в диапазоне наших высот. А в боевой обстановке, товарищ офицер, вы тоже скажете не ваш диапазон? Ну что, соколы, вороньи крылья. Сто раз вам говорил, в небе нужно работать. Опоздаешь на полсекунды, сделаешь сброс на своих. Лейтенант Старжинский. Я. Надо сказать,
Вы нам продемонстрировали хорошую технику пилотирования. Да. Просто летчик. Летчик. Но не боевой. Все контрольные точки пройдены с опозданием. Что это значит? А это значит, что задача не выполнена. Может, пойдем отечественный кинематограф поднимать? Ой! Простите, осторожно. Пожалуйста, простите. Привет. Извини, что задержался. Спасибо, что подождали. Здрасте. Ну здрасте. Что, пойдем? До свидания. До свидания. До свидания. Везет тебе Маринка на мужиков, а? А на меня даже не взглянул. Я ему такое здрасте. По нулям. Так, Оля, пошла первая, Наташа. Наташ, выходи. Пожалуйста, выходи. Олеся, выходи, становись здесь. И Ирочка, ты вот здесь. Мам. Здравствуй. Здравствуй. Ой. Мама. Я сейчас. Хорошо. Спасибо. Перерыв. Ну, как ты? Средненько. Средненько. В общем, оружие оказалось лучше, чем стрелок. Придется тренироваться. Любители уже заждались, Мариночка. Приди, пожалуйста, без меня. Я в министерство. О, служивый. Скузи, сеньор. О, привет. А вы, наверное, маньяк, сталкиваетесь со всеми. Катя Марусова. Алексей Стрижев. Я уже в курсе. Алексей Стрижев, а руку можно отпустить? О, простите, а вы стреляете? Да, как Робин Гуд. А что за нездоровый интерес? Я просто хочу найти твою подругу. А, вот оно что. Приходи в Шерурский лес, когда стемнеет. Катя, я хотел узнать, что значит М1? А? М1 значит, Марина первая всегда и во всем. Да ладно, не сердись. Где ее можно найти? Вон касса, а вон тир. Покупаешь месячный абонемент, и она учит тебя кидаться пульками вот по таким мишеням. Спасибо. Угу. Аривидерчи. Еще столкнемся как-нибудь. Мама мия. Ну почему мне так не везет? Оружие не направлять в стороны. Если заклинит патрон, самостоятельно затвор не передергивать. Типичная ошибка. Фух. Несоблюдение плоскости стрельбы. Кто в первый раз? Я. Как вы сюда попали? Ну что ж, посмотрим. Смотри, попало. Да. Попало. Да, молодой человек, да. Да.
Опыт, молодой человек, приходит с годами. Принято. Супер. Думаешь, я не вижу, как ты на нее смотришь? Это уже не бизнес, Боря, это чувство. Что вы все в ней находите? Кто все? Смотрите на мишень. Вы меня отвлекаете. Господин офицер, это вам не Калашников? Прошу. Это для вас. Спасибо. Пожалуйста. Вон идет твоя карьера. Может, еще и женишься на ней? Может, и женюсь. Привет. Привет. Ну что, заждались? Да нет, с пользой проводим время. Кто хочет, тот добьется. До среды, коллега. До среды. Березина – это лишь начало. Принцип, заложенный в схему, позволяет модернизировать и другие системы. Это недорого, но эффективно. Но самое главное для проекта «Щит Отечества» – теперь не надо изготавливать новые ракеты. Станислав Нестерович, а вы можете предположить ближайшие сроки реализации вашего плана? Что бы ни предложил Станислав Нестерович, начинать надо с режима секретности. Резидентура активизировалась. У нас даже есть сведения о некоторых, так скажем, кооперациях. А мы в последнее время настолько увлеклись наукой, что не то, что не согласовывает, а просто... не дает сведений об изменениях в своих штатах. С вашего позволения, я все-таки отвечу на вопрос министра обороны. Сачок. Привет. Я бы предупредил, если бы у меня был номер твоего, вашего телефона. 244-88-16. Девушка, у нас великолепные камни. Так что, если решите что-нибудь выбрать, приходите к нам. Да, спасибо, до свидания. До свидания. Добрый день. Добрый день. Мне нужно кольцо. Чтобы девушка не смогла отказаться от моего предложения.
Вы сделали прекрасный выбор. У нас в магазине много замечательных камней. Посмотрите, какие жемчуга. Я думаю, ни одна девушка не сможет от них отказаться. Простите, пожалуйста. Лейтенант, ничего страшного. Привет. Привет, это тебе. Спасибо. А тебе не позвонили? Сегодня занятий не будет. У нас отборочные соревнования начинаются. Ну ничего, может тогда пообедаем? Вряд ли. Ну, может, тогда погуляем? Алексей, вы... Ладно, ладно, тогда пари. О, привет. 10 выстрелов на желание. Давай. Давай. Ну, солдатик, если ты не Кио, то ты попал. Очко форы. Ну, поехали? Поехали. Это что за гусар? Это любитель Марине пари предложил. А я бы поддалась. Ну-ка, ну-ка, знакомое лицо. Так, забудь обо всем. Выдохни. Молодец. А теперь совмести глаз, мушку и мишень. И плавно нажимай на курок. По-моему, не попало. Это право выстрела я оставляю за собой. А желание? И желание. У меня только маленькая просьба. Не говори сегодня «да». Стрижев. Точно Стрижев. Вылитый отец. Дядя Толя? Молодчина, что не забыл. Орел, а? Нашли с кем тягаться. У него же гены. А ну, да ладно. Пошли, а помните, как вы мне тогда вот первый раз дали... Слушай, а что тебе этот Стрижев с генами сказал? Не говори сегодня «да». Привет. Обалдеть. Спасибо. Поехали. Поехали. Ребят, знаете, я, наверное, сама доеду. Счастливо. Объясни, что у тебя сегодня за праздник? Не у меня. У нас. Будь моей женой.
Мариночка. Привет, солдатик. Домой подбросишь? Садись. Подожди. Девочка моя, что случилось? Прости. Пожалуйста. На чай? Не могу, дела. Ну, как хочешь. Давай, ладно, пока. Пока. Не дала. Алло? Ма! А я думала, что ты дома. А я думал, что ты... Мне кажется, я разъехался с Сёминым. Спасибо. Когда-то два молодых лейтенанта полюбили одну девушку. И, в принципе, они были оба абсолютно ее достойны. И девушке предстояло сделать нелегкий выбор. Она... послушала свое сердце и выбрала первого. Евсей! Андрей! Разрешите представить, Аня, Валя. Аня и Валя в будущем швеи. Модельеры! Ну, швеи и модельеры. Займите, да? Все для вас. Я сейчас. Присаживайтесь. Спасибо. Удобно. Что вам предложить? А вы тоже летчик? Я не летчик. Он главнее, чем летчик. Летчик без него, как птица без крыльев. Я техник. Брось, Евсеич, какой ты техник? Как не техник? Он не техник. Не техник. А кто? Он старший техник. А, ну тогда, конечно. Ой, давайте выпьем. Давайте. Давайте. Цветы дамам. А шампанское от военно-воздушного флота. Ну, молодец. Спасибо. Меня Сёмин замуж зовет. Что скажешь? Если двое людей могут сделать друг друга счастливыми, то почему бы нет? Держи. Крепи. Ух, здорово, наука. А, дядя Андрей. Это ты тут колдуешь? Да. Самолеты так до зубов, а вы сюда еще что-то цепляете. Да, новые ракеты вот установили. Здравствуйте. О,
Я Шохов, руководитель направления. Семин. Очень приятно. Очень приятно. А вы знакомы? Да, наблюдаю, так сказать, Саныча с пеленок. Не шалит? Давайте я вам все расскажу. Ну, хорошо. Вместо обычного Нурса мы подвесили новую ракету назначения «Воздух-воздух». Она дает возможность поражать воздушные объекты на больших расстояниях, не вводя самолет в зону воздушного поражения. В некоторых случаях не выходя из нашего воздушного пространства. Евсеич, держи. Дядя Андрей! О, привет! Слушай, ну это круто было, а! Здорово. Евсеич, познакомься. Стрижев-младший. Прошу любить и жаловать. Мишаев. Алексей Александрович Стрижев, сын погибшего летчика. Лейтенант, стоять! Ты что себе позволяешь? Это, может, между прочим, мой старый друг. И друг твоего отца. Шагом марш извиняться! А вы считаете, что дружба – это достаточное основание, чтобы послать человека на верную смерть в мирное время? Легко прощать чужую боль. Это же не вы из самого сердца вырвали желание стать летчиком, чтобы мама не сошла с ума. Он не виноват! Да никто не виноват. Дядя Андрей не виноват. Он приехал, уехал, он хороший. Мишаев тоже не виноват. Я слышал, он решил покончить с собой. А что с него взять, если он не виноват? Да никто не виноват! Сроки, Борис Игнатьевич, сроки. Мои заказчики щедры, но результатов нет. Мы не можем больше ждать. То, что Беларусь модернизирует ракеты, известно даже обычным журналистам. Сейчас многие строят ракеты чуть хуже, чуть лучше. Надеюсь, что ваши коллеги делают их хорошо. Очень хорошо, судя по вашим докладам. Но заказчик интересуется чем-то более серьезным. Значит, товар есть, а мы его не нашли. Но я его тоже не нашел. Это третий отдел, там своя кухня. Так попробуйте эту кухню. Расходы большие, а результат никчемный. И запомните, я исчезну, вы останетесь здесь, в вашей стране. Кстати, как там дочка? Послушайте. Жаль. Я думал, что вы с вашим обаянием и интеллектом. Жаль. Хороший был шанс. Не курите, пожалуйста. Это Дик Оуэн. Незнаком. Зато он хорошо знаком многим военным разведкам в Европе. Поэтому в последнее время вращается в странах СНГ и азиатском регионе. Длительное пребывание
такого человека в Беларуси может означать только одно. У него есть заказ. Изделие 2XC – это, собственно, американская управляемая ракета «Воздух-воздух» типа «Мэверик», которая устанавливается на тактических истребителях «Тайгер» или «Хорнет». В свое время мы ее хорошенько апгрейдили, но в работу она так и не пошла. Гриф на изделии остался совершенно секретно. Проектом руководил Шохов. Даже как-то жалко отдавать. Не жадничать. Станислав Нестерович. Ух. Приветствую вас. Сколько лет, сколько зим. А вы совершенно не изменились. Да? Ну, надо же чем-то брать. А то среди такого блеска можно и затеряться. Да не только затеряться. Самое интересное, что у меня в жизни получилось так, что мне пришлось таки серьезно заняться математикой. Да нет, Настя. В академии я эти задачки как семечки щелкал. Но все равно считаю, что скучнее науки, чем математика, просто нет. А вот и зря. Я в детстве занимательной математикой увлекалась. Сядем с папой на кухне, голову ломаем. А отец у тебя головолом. Ага. А мать? Мама умерла. Извини. Давно, в 90-м году. Мы тогда в Баку жили. Папа там служил. Пошла учиться стрелять. Да, думала. Выучусь, приеду в Баку. А дальше? Ничего, выросла. И что, всех простила? Да при чем тут? Отец правильно говорит. Роковое стечение обстоятельств и цепь исторических событий. Да уж, стечение обстоятельств. Покатаемся? Давай.
спокойной ночи. Эй, служба, твой выход. Карта запрашивает пароль. На чужом компьютере в третьем отделе. Дай ему пароль. Пусть качает. Только поставь ему низкую скорость. Подергается. Может, позвонит куда. Сейчас охрана будет делать обход. Будем надеяться на его сообразительность. Борис Игнатьевич, вы надолго? Дождусь факса и пойду. Что, не спится? А ты что ж домой не идешь? Жениться тебе надо. Не получается. Одна, что ли, невеста в городе? Выходит, одна. Вот ты скажи, Евсеич, после всего, что было в нашей жизни, могу я предложить ей выйти за меня замуж? Ну, что тебе сказать? Вот то-то и оно. У нее при одном слове летчик все отказывает. Да. Понимаешь, натерпелась. Евсеич, да ты понимаешь, чувству любит. Но ты самонадеянный мужик. Выбирай. Небо, самолет или девушка. Вот такой вот любовный треугольник получается. Что тут выбирать? Я в небе, как в колыбели. Я же летчик. Тебе сколько летать-то осталось? А? Год? Два? А жить? Пора бы и о семье подумать. А то так и помрешь бобылем. Тебе семья нужна, дети. Пока не поздно. Здравствуйте, я приехал извиниться. Михаил Евсеевич, простите меня. В городке услышал разговор и вынес свой приговор. Пацан был, так и жил ненавидел. Ну а сейчас-то что? Сейчас я знаю виновного. Время. Но, кажется, теперь пришла пора понять это. Историческая цепь событий и стечение обстоятельств. Еще раз простите. Лёшка! Зашкерился. Вот такой парень.
Ну, как служивый? Любовь-морковь? Ты что, завидуешь? Чего завидовать? Не миллионер. Да и в постели тоже не Казанова. Стрижев включен в испытательную группу, а Князев переведен к Шохову. Кстати, особой радости не проявил, скорее наоборот. Таким образом, оба получили информацию о разработке 2XC, которая, по легенде, одна из тайн третьего отдела за семью печатями. Остается посмотреть, кто сольет Оуэну это ноу-хау. Вы вникали, что это за ноу-хау? Электронный взрыватель. Взрыватель захватывает мишень по полю излучателя активных помех. А что вы думаете? Ну, Шафранов, как и обещал, пустил слушок. Это открытие изменит принципы войны. Что еще? Девушка на фотографии из тира. Это дочь Шафранова. Она скоро уезжает на чемпионат. За границу? Я на часок, в аэропорт и назад. А считать я буду. За компьютер посчитает. Да я быстро, он еще посчитать не успеет. Время пошло. Здравствуй, Лёша. Мы уже подъезжаем к аэропорту. А где Марина? Спасибо, Анатолий Николаевич.
я возвращаюсь, тебя в моей жизни нет. Последний раз. Деньги перечислили? Половину. Вы уже состоятельный человек. Вторую половину получите после оценки информации. Короткий поводок. Так ведь я тоже рискую. Вы уверены, что получили именно ту информацию? У меня такое впечатление, что где-то подвох. Вы что-нибудь слышали про щит Отечества? Паранойя к чертов. Спланировано мероприятие по приведению в состоянии различных степеней боеготовности всех соединений и частей. Все точки привязки системы координат развернуты. Ключевую аппаратуру мы завезем в ночь перед запуском. Одновременно заменим своих офицеров специалистами института. С Богом, Петр Николаевич. Андрей Сергеевич, у нас есть летчики очень достойные. Молодые, ретивые, так сказать. Но такую работу я могу доверить только тебе. Завтра хорошо. В воздухе. Мы поражаем наземную цель. Воздух, земля. Это делается впервые, но... и надо не сплоховать. Не торопись, не торопись, Андрей. Мы это уже обсуждали. И еще раз, я бы тебе специально не вызывал бы. Завтра по легенде из района сосредоточения экстремистских группировок будут выпущены две ракеты-мишени. Обе превосходят по характеристикам реальные цели. Одной займутся ПВОшники, а вторая твоя. Не знаю, как они это сделают, но после взлета через автоматизированную систему управления ты получишь абсолютные координаты мишени. Наша ракета будет с новой боеголовкой со сложнейшей электроникой. Но после пуска ее поведет какая-то новая система. Твоя задача – не влетать в зону и иметь на борту сигнал свой. Так что завтра от тебя зависит многое, если не все.
Мы должны проверить вашу информацию. Давайте так. Для вас это политика, а для меня просто бизнес. Разве были случаи, когда на меня жаловались? Мы жаловались, когда вы продали нашу технологию облегченного бронежилета китайцам. Это только подтверждает мою квалификацию. Отменного международного воришки. Вы мне деньги, я вам информацию. Набирайте номер счета. Деньги у вас, теперь информация. Ну что ж, мы в расчете. Наш вопрос разрешился. Я уже догадываюсь, Князев. С ним уже все закончено. Вопрос лишь о заказчиках. Кстати, искренне рад за вашего Стрижева. И за вашу дочь. Все-таки узнали. Ну, это несложно. Знаете, как приятно говорить людям о том, что у них все в порядке. Я всегда стараюсь говорить это лично. Всего хорошего. Я на свою Марью Ивановну раз пять приступом ходил. Взяли? Да, только измором. Ты вот не поверишь, а я ее отбил у консультанта ЦК КПБ. Молодой такой коммунист из Новой Поросли. Ни один ЗАГС нас не расписывал. Указание поступило такое. А как же вы? Да мы и сейчас не расписаны. Обвенчались и живем. Здорово. Да любит он тебя. И ты его тоже проходит учение. Какая боевая техника задействована? Сколько продлятся учения? Вперед!
Полная готовность. Начинаем по установленному сигналу. Систему щит Отечества привести в действие. Система включена. Осуществить пуск ракеты-мишени. Система захватила мишень. Мишени уничтожить. Цель номер один, цель номер два, сопровождай. Очень низко идет. По второму цель в зоне. Цель в зоне. Цель уничтожить. Боевой пуск. Внимание, пуск по второму. Щит Отечества – это сила, мощь и безграничная любовь к своей родине 10 миллионов патриотов, граждан Республики Беларусь. Народа, который дорожит миром и покоем. А что касается той системы, которая только что удачно была приведена в действие, это техническое выражение стремлений наших людей –